Добрый день, с вами Алексей Глушевич. Сегодня мы будем рисовать вот такого сурового мужика. Будем использовать симметрию и плагин PointLeader. Я нарисовал шаблон, чтобы не ошибиться с пропорциями лица. Создал новую симметрию и инструментом, кривая через три точки, строю скелет или набросок нашего рисунка. Да, наверное, вы устанете смотреть все 4 часа моей работы над рисунком, поэтому я ускорю запись. Постараюсь акцентировать ваше внимание на главных моментах. Намечаем будущие глаза, нос. Суровые брови. Носогубные складки, положение усов, та, рисуем основные линии шлема. Ну и, наконец, положение бороды. Добавляем элементы шлема. Наш скелет рисунка готов. Выделяем все наши линии и с помощью инструмента художественное оформление придаем линиям толщину. Убираем видимость шаблона и начинаем наращивать наш рисунок. Тут включайте ваше воображение. Почаще нажимайте кнопку «Готово», чтобы посмотреть, что получается, и кнопку «Изменить», чтобы вернуть симметрию. Я уже показывал этот прием, которым я часто пользуюсь. Рисуем перетекание линий, разъединяем их и сливаем в один объект. Резинкой стираем ненужные фрагменты. И с помощью инструмента художественное оформление придаем им форму. Удаляем основной объект из фонового. Продолжаем наращивать наш рисунок.
Рисуем густые брови. Зрачок глаза. Наметим слизничок, придадим ему нормальную форму. Нарисуем морщины глазного яблока. Поправим форму носа. Правки отдельных фрагментов я выполняю в течение всей работы. Рисуем контуры щеки и бороды. Теперь займемся четырехлепестковой симметрией. Для этого на новой странице я выстроил несколько направляющих, привязанных к центру страницы. Круг и вписанный в него квадрат тоже привязаны к центру страницы. Добавил еще две направляющих под 45 и 135 градусов.
построил вспомогательный квадрат. Начинаем строить кривую. Подберем толщину кривой. Выполним правку кривой, чтобы она смотрелась красиво. В панели пера абреса нажимаем кнопку «Закругленные углы». Преобразуем абрес в объект. Назначаем объекту абрис. Удаляем заливку объекта. Вырезаем полученную фигуру. Назначаем новую симметрию. В окне «Отразить линии» ставим цифру 2. Линии симметрии привязываем к центру страницы. Вставляем наш объект. Нажимаем кнопку «Готово». Копируем полученный объект и переносим его на рисунок. Масштабируем его. Откатим назад и в панели абреса ставим галочку «Масштабировать с объектом». Таким же образом я построил все остальные узоры. Переходим к плагину PaintLizer. Рисуем область, которую мы хотим обработать плагином. Задаем ей цвет и фонтанную прозрачность. В панели плагина в окнах плотность выставляем значение 30-40, масштаб 1-1,3, ограничение цвета выставляем наименьшее значение 2 и нажимаем кнопку «Применить». Таким же образом проходим по всем фрагментам, которые хотим обработать плагином. Вот, пожалуй, и все, что я хотел показать вам. Всем спасибо, до новых встреч!